Передай мистеру Роутону. Не сердись, но это я хотел тебя видеть. Да, но... Это я ее написал. А ты с кем-нибудь встречаешься? У меня еще не было парня. А у тебя наверняка были романы. Нет. Он мне нравится. Мам, я надеюсь получить стипендию в колледже. Ну, по-моему, это здорово. Это очень хорошо. Мне кажется, у них это очень серьезно. В твоем возрасте все влюбляются. Но не надо думать, что это на всю жизнь. Это что-то меняет? Будешь летом встречаться с Джимом? Почему бы нет? У тебя вот-вот начнется новая жизнь. Я не хочу, чтобы ты что-то пропустила. Я поступила в колледж, в Нью-Йорк. Может, встретимся сегодня вечером? Если хочешь. Скажи, между нами все кончено? Я не знаю. Развлекаешься? Нам только 18. Обоим надо учиться. А ты ожидал, что мы поженимся? Слушай, у меня вопрос. Ну и как она тебе? Так. Эй! Что ты сказал? Стойте! Отвали! Стойте! Что с тобой такое? Все хорошо? Угу. Точно? Забудь ты ее. Вы молодые. В мире столько таких, как она. Не надо на одной зацикливаться. Такой, как она, нет. Откуда ты знаешь? Может, будет еще лучше? Я так хочу позвонить ей. Просто дай ей время. Сколько? Если суждено, она вернется. Нельзя идти по жизни и ждать счастья. Нужно создавать его самим. Привет. Привет.